Масштабный, зрелищный, с жанровым разнообразием песенной и хоровой музыки разных стран мира концерт «Песни в подарок» с аншлагом прошел в Солигорской детской школе искусств. По многолетней традиции свой проект представило хоровое отделение школы. Свое творчество зрителям подарили 4 разновозрастных хоровых коллектива. Образцовый детский вокальный ансамбль «Попробуй на 5». Всего в проекте приняли участие порядка 140 детей. Главная тема нашего сегодняшнего мероприятия «Песни в подарок», то, что мы хотим донести до слушателя, это то, что мир музыки не имеет границ, не имеет рас, не имеет вер, не имеет вероисповеданий. Песня и музыка – это тот незыблемый мост, который объединяет различные национальные культуры и сегодня в наше непростое время позволяет людям находить общий язык с помощью музыки и песен. В нашем концерте можно услышать разноплановую музыку, произведения русской, зарубежной классики, а также песни разных стран, народов мира, которые имеют и претерпевают в данный момент новую жизнь, новое звучание, новые аранжировки. В нашем концерте можно услышать звучание народных национальных инструментов дудка, окарина, а также ударный инструмент кахон. Уникальность концерта в том, что каждый год ни один концертный номер не повторяется из сценариев прошлых лет. Так можно увидеть 25 совершенно новых концертных номеров и выступления вокального ансамбля. Ансамбль существует в школе уже около 20 лет. Он незаменимый, неотъемлемый участник различных концертных площадок города, района, представляет нашу страну когда-то и в дальнем зарубежье, представлял нашу страну сейчас в ближнем зарубежье. Просто незаменимый участник. 9 мая вы всегда можете услышать образцовый вокальный ансамбль «Попробуй на 5» в парке 4 стихий. На каких-то площадках в день праздника города обязательно наш ансамбль участвует. Там лучшие дети, самые лучшие дети, которых мы отбираем из 140 участников нашего большого хорового отделения. Увлекательное путешествие в мир музыки, где нет границ национальности и вероисповеданий, где песни объединяют различные национальные культуры, не оставило никого равнодушным. Завершился концерт «Песни в подарок» под бурные аплодисменты.